29 августа – историческая дата не только для Казахстана, но и для всего мира. В этот день неофициально прекращает свое существование Семипалатинский ядерный полигон. На протяжении 40 лет здесь гремели взрывы и рушились судьбы. 304 тысячи квадратных километров – гигантская площадь. Там проживало почти 2 миллиона человек. И всю эту территорию так или иначе затронула радиация. Главные лица в ядерном разоружении Казахстана – Олжас Сулейменов и Нурсултан Назарбаев. Поэт встает во главе движения «Невада Семипалатинск». Первый президент принимает ключевое решение о закрытии полигона. И нас уже не излечить, и мы своих детей заразили. Так, боже мой, хоть внуки, мои внуки, которые еще неизвестно когда будут, пусть будут живы и здоровы. И поэтому спасение Казахстана – это дело не только казахов. Но все, кто считает Казахстан своей родиной, своим отечеством.